В эфире телеканал «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Две ученицы видновских школ стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Она дает возможность людям, детям, подросткам раскрыться с неожиданной стороны. Идя навстречу пожеланиям жителей, в микрорайоне «Зеленая аллея» оборудовали площадку для выгула собак. Изучали опыт площадок, которые есть как на территории города, так и в Москве. Чем живет всероссийское общественное движение «Юнармия» в Ленинском городском округе? Ведется определенная работа, рассказы, теоретические уроки. Подведены итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в нем приняли участие более миллиона учеников старших классов со всей страны. Среди победителей конкурса были и две жительницы Ленинского городского округа. На оперативном совещании у главы Ленинского городского округа, которое традиционно проходит в районном центре культуры и досуга, среди руководителей служб и подразделений муниципалитета сидели и две юные красавицы. Совсем недавно они вернулись из Артека, где прошло награждение по итогам конкурса «Большая перемена». «Большая перемена», в первую очередь, как мне кажется, это толчок. То есть она дает возможность людям, детям, подросткам раскрыться с неожиданной стороны и попробовать себя в чем-то, кроме школьных предметов, кроме типичной алгебры, геометрии. В рамках конкурса участники смогли пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендациям ведущих экспертов, представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. Я хотела бы отдельно поблагодарить моего классного руководителей и директора, потому что они предложили мне участвовать в этом конкурсе. И я, в принципе, активно принимаю участие в жизни в школе, и в разных олимпиадах, и конкурсах. И этот конкурс не исключение. «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи России. Победительницы конкурса получили из рук главы Ленинского городского округа благодарственные письма, которые являются знаком того, что на родине гордятся заслугами жителей муниципалитета. В Видном оборудована еще одна площадка для выгула собак. Расположена она на территории жилого комплекса «Зеленой аллеи». Решение о выборе этого места принимали по результатам опроса хозяев четвероногих, проживающих в новом микрорайоне. Вместе с жителями новостроек микрорайон «Зеленая аллея» обживают и домашние питомцы. Совсем недавно на территории жилого комплекса появилась специальная площадка для выгула собак. Очень рады, что появилась у нас площадка, потому что как бы гулять в зеленых аллеях, ну, не погуляешь по газончику, потому что детки, людей много. Ну, а с появлением площадки намного стало лучше. Площадка была организована по инициативе жителей, которые обратились к местному депутату Марии Гаевской. Огороженная территория площадью 520 квадратных метров была оборудована в течение 2 месяцев. Сначала выкашивали рано территории, здесь была такая тяжелая территория была, здесь очень много ям было и строительные мусор, остатки, такие бетонные плиты. Вот, поэтому мы привлекали, и, конечно, и службы города нам помогали тоже разравнивать площадку. Илья Шейн – хозяин лабрадора Лео. Житель нового микрорайона признается, когда завел собаку, сразу появилась проблема с ее выгулом. Собачников в жилом комплексе оказалось немало. Для решения проблемы объединились, провели опрос, собрали подписи, нашли территорию. Изучали опыт площадок, которые есть как на территории города, так и в Москве. И пришли к выводу, что наиболее комфортным будет на песок, потому что все-таки, когда много собак, трава не выдерживает. Стоит отметить, что у жителей даже существует график выгула собак. Собаки, которые между собой дружат, мы гуляем в одно время, там какие-то, допустим, стаффордширские терьеры, они предпочитают отдельно гулять, их там человек 5-10, вот они там порядка, там, ну, скажем, в 10 вечера они выгуливаются. То есть всем комфортно, у всех свое время. Также на площадке установят малые архитектурные формы и снаряды для занятий с питомцами, барьеры, горки и трамплины. Хочу поблагодарить всех за активное участие. Теперь нам содержать эту площадку вместе с ними, как обещано было. И я стала задумываться о том, чтобы завести собаку.
Всего на территории города 10 специально оборудованных зон для выгула собак. В жилом комплексе «Зеленая аллея» теперь есть своя собачья территория. Не только для прогулок и игр. Совсем скоро тут можно будет проводить полноценные дрессировки животных. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 231. Таким образом, по состоянию на 9 ноября с начала пандемии число заболевших составило более 4000 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 99 и всего составило 2893 человека. Количество лиц, зараженных коронавирусом и проходящих лечение амбулаторно, составило 1433. Число пациентов с вирусными пневмониями – 331. Также в пресс-службе ВРКБ сообщили, что в Ленинском городском округе сохраняется динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. За неделю этот показатель повысился на 333. Всего в муниципалитете зафиксировано более 3500 контактных по COVID-19, из них 740 детей. За неделю стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило 293 человека, из них 56 – жителей Ленинского городского округа. Выписано после выздоровления 288 человек, из них 54 – местных жителей. На сегодня в стационаре состоит 486 пациентов, из них 99 – жителей Ленинского городского округа. В отделении реанимации – 23 человека. Все аппараты ИВЛ заняты. Медики просят соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в России было создано в 2016 году. В этот же период отделение юнармейцев появилось и в Ленинском районе. Его возглавил руководитель клуба «Ратник» Михаил Кононенко. Сегодня в муниципальном движении более 1000 школьников. Об их достижениях расскажет Юлия Погосян. Приступи! Тигран Саркисян разбирает и собирает автомат за 14 секунд. Это рекорд среди юноармейцев Ленинского городского округа. К такому результату молодой человек шел 9 лет. Именно столько он посещает военно-патриотический клуб «Ратник», на базе которого видным было создано движение юнармии. В принципе, можно научиться за пару часов. Вот, а так много тренировок. Сегодня в рядах юнармейцев Ленинского городского округа более 1200 человек. Это ученики муниципальных школ. В каждом образовательном учреждении есть свой юнармейский отряд. Ребята изучают военную историю, посещают тематические мероприятия, занимаются волонтерством. Ведется определенная работа, рассказы, теоретические уроки. Готовимся к разным смотрам, выездам и так далее. То есть, на самом деле, вот юнармейское, так сказать, лето было очень активное. Оно было очень активно, много мероприятий, много конкурсов. И там девушки в погонах, и много всяких игр. Юнармейцы на своих хрупких плечах несут богатую историю нашей страны. Пропагандируют среди сверстников патриотизм. Многие ребята мечтают стать военными. Александр Борзенков после школы поступил в колледж, где сейчас учится на юриста. Он с нетерпением ждет время, когда пойдет в армию, чтобы продолжить развивать свои воинские навыки. Когда я пойду в армию, ну, это будет через год. Я хочу остаться там по контракту, и поэтому я начал заниматься военной подготовкой именно. Именно военной подготовкой. Но еще иногда хожу на боевое самбо. Среди юнармейцев немало девушек. Алина Санникова за 2 года в движении дошла до звания младшего вице-сержанта и получила 3-й разряд по парашютному спорту. Когда вы одеваете саму систему и идете к самому кукурузнику, на самолет, на котором вы летите, и смотрите это с высоты, это просто замирает сердце. Это вы уже думаете, сможете выпрыгнуть или нет, но вы прыгаете, и потом у вас просто незабываемое ощущение невесомости. В планах у руководителя юнармейского движения в Ленинском округе Михаила Кононенко организовать шефство над ветеранами, чтобы каждый школьный отряд взял опеку над одним или несколькими ветеранами и оказывал постоянную адресную помощь. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.
15 литературных портретов людей, которые в разные годы руководили или были членами литературного объединения имени Шкулева, представлены в книге Татьяны Бирюковой, о чем рассказала «Красная коленкоровая тетрадь». Издание увидело свет в 2020 году и приурочено к 65-летию литературного содружества. Екатерина Коваленко побеседовала с автором. Узнать, о чем рассказала «Красная коленкоровая тетрадь» Татьяна Бирюкова, теперь может любой желающий. Издание с таким названием увидело свет в 2020-м. Уже 15 лет Татьяна Александровна состоит в литературном объединении имени Шкулева. Ее книга включает рассказы и стихи, воспоминания и статьи за эти годы. Эта тетрадь ровно такая, как она здесь нарисована. Она действительно красная коленкоровая, и в ней записи. А вот на этой стороне, так мне подумалось, что я должна так сделать, и сделала. Почему? Почему вот эта березовая роща? Потому что каждый из наших поэтов, особенно тех ранних, писали о нашей березовой роще, о нашей Видновской березовой роще, и называли ее «Видновское солнышко». Издание Татьяны Бирюковой приурочено к 65-летию одного из старейших в Москве и области ЛИТО имени Шкулева и посвящено людям, которые в разные годы руководили и стояли у истоков этого содружества. 260 страниц, за которыми долгие годы кропотливого архивного труда и активного поиска родственников и друзей героев, чтобы узнать о них из первых уст. Так появились 15 литературных портретов о том, как жили, творили, любили. Например, Тараканов говорил: «Я все свои живые клетки в стихах сжигаю до конца». Ну, простой рабочий, да, но у них горело в душе. Он был вот в этой гуще огня, и было понятно, что вот эта стихия огня и стихия вот этого радостного труда, когда начали строить, когда не война, а когда мирная жизнь. Татьяна Бирюкова эмоционально описывает далекие 50-е годы, когда и зародилось ЛИТО, тогда еще под названием «Коксохимик», и одного из его первопроходцев, Александра Тараканова. Трудившийся на МКГЗ дверевым коксовых печей, он находил в поэзии отдушину. Так же, как и его единомышленники, другие герои книги – Шахин, Насевич, Федулов, Головин, Певзнер. По словам автора, и тогда, и сейчас всех членов ЛИТО, ее саму, объединяет страстная любовь к литературе. Инженер по профессии, но по призванию поэт и краевед, она черпает вдохновение в каждом дне, в обыденных, но порой удивительных моментах. А вчера мы выходим, вот такая чернющая была туча, и эта туча прям стало темно от нее. И вот эта туча начала куда-то туда к воротам отходить, и вдруг на дорожку, вот эту темную дорожку, вдруг падает луч вот какой-то света. И вот эта поверхность вся, как будто, знаете, раскрыли какой-то холст. Написала, назвала «Миг озарения». Тираж книги всего 100 экземпляров. Один из них можно найти в Центральной библиотеке Видного. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.